Наверное, кому-то из нас хотелось бы быть или стать здоровым. И сейчас, может быть, кто-то даже уже задумался там о том, а что хотел бы оздоровить. Может быть, там про какие-то органы свои подумал, про какие-то системы своего организма, которые должны бы как-то заработать лучше, функционировать нормально, должны бы какие-то процессы произойти, процессы, которые способствуют нормализации, улучшению. Смотря чего, каждый как бы может что-то иметь или иметь в виду, или знать о себе какие-то, скажем, то, что он знает о своем здоровье. Мы можем что-то о своем здоровье и не знать, потому что вроде бы как и с некоторыми вещами свыклись и считаем их нормальными, и даже уже забыли о том, как же вообще-то по идее было это, когда были молодыми, может быть, гораздо лучше что-то было. Может быть, в годы юности что-то было вообще гораздо лучше. Но мы сейчас свылись и свыклись, и просто уже не помним о том, а как же это было-то, как организм себя чувствовал, когда он был абсолютно здоровым. Я разговариваю с вами сейчас в тех техниках, скажем так, которые, может быть, вам и неведомы, да, в общем-то, и не важно, потому что важно, наверное, то, чтобы результатом этого разговора вы стали чувствовать в каждом, ну, скажем, через каждый час, и вдруг почувствовали, отметили, что что-то лучше. Почему-то стал как-то я себя легче ощущать. И в прямом смысле как-то легче. Что-то изменяется на что-то такое, что я и не знал, что так может быть. Или, может быть, я как раз знал, но забыл. То есть знал я это ощущение, знал я это состояние. Там в годы своего, может быть, и детства, молодости, юности, когда все было абсолютно здоровым. Если это были руки, ноги или спина, то они были абсолютно здоровыми, гибкими, подвижными. Когда-то же это было. Абсолютная подвижность, абсолютная легкость, абсолютное чувство, ощущение себя здоровым. Легко здоровым или легким и здоровым. Может быть, вспомнилось, а если даже и не вспомнилось, то уже не важно. Потому что все-таки мы работаем в тех техниках, которые я как бы вам и не раскрываю, потому что это не это главное, а главное то, чтобы вы с каждым часом, вот прошел час, а я вдруг замечаю, что лучше, что-то стало лучше, что-то изменилось, что-то улучшилось, и так в течение суток, даже когда я сплю, и особенно даже когда я сплю, то происходит этот процесс, начавшийся. Вы можете себе представить или вспомнить, что вы дотронулись до одежды Иисуса Христа. Помните, как Иисус Христос излечивал, исцелял людей, просто даже людей, едва прикоснувшихся к его одежде. Можем, конечно, и представить, что мы очень сильно попросили его, представили Иисуса Христа в той картинке. Может быть, просто в каких-то белых одеждах представили его. И с какой-то мы мольбой в глазах или мольбой сердца просим его исцели. Может быть, даже и не прикасаясь к нему. Можем такое себе представить, а можем просто вспомнить действительно, что было дано нам абсолютно идеальное здоровье, когда абсолютно все в организме, абсолютно все было таким, что наш темперамент, наш функционал, наша двигательность, наша динамичность имела возможность благодаря здоровью хорошему проявлять себя так, каковы мы в своей природе. Вот об этом сейчас. Как раз мы на это и работаем. Можно, конечно, себе представить какие-то образы еще. Ну, например, может быть, это образ чего-то, когда что-то получается. Ну, например, можно представить себе, как мы рисуем. И у нас вдруг получается хороший рисунок. Вот мы нарисовали, захотели нарисовать солнышко.
И оно получилось у нас красивым, радующим нас. Правда, картинка живой стала какой-то, удовлетворяющей, радующей, наполняющей нас, наверное, каким-то светом радости. Если говорить про эту картинку, то она получилась здоровой. Потому что о здоровье – это когда все нормально, все радует, все удовлетворяет. Может быть, мы смогли представить себе, что мы поем какую-то песню. И вдруг у нас получилось спеть ее чисто, точно попасть в ноты. Получилось идеально, созвучно и хорошо. И этот образ нашим подсознанием воспринимается сейчас как образ соответствия здоровью. И оно знает, к чему привести, подтянуть, нормализовать, настроить, сделать ладным, хорошим, радостным, удовлетворяющим. Может быть так, а может быть, представили себе картиночку тоже, которую, может быть, рисуем. Может быть, у нас хорошо получается, например, нарисовать домик. И что ж, возьмемся и нарисуем. Нарисуем дом, и пусть этот дом у нас сейчас начинает получаться. Получаться хорошо. Вот мы смотрим, как стеночки получились красиво, как окошки нарисовали, какое-то творчество включилось, крыша получилась у нас красиво, как у нас крылечко входное получилось красиво в дом, как мы нарисовали фундамент этого дома, какие стены у нас ровненькие, дом красивый, ладный. Захотели, может быть, как-то раскрасить его, может быть, захотели нарисовать какие-то деревья, чтобы вот какой-то интерьер, двор какой-то этого дома создать приятным и красивым. Может быть, цветочки нарисовали, может быть, солнышко нарисовали красивым, небо нарисовали красивым, рисунок получился замечательным. И радуемся тому, что получилось. Что-то захотели, и у нас получилось. Может быть, мы можем себе представить, как мы когда-то ощущали себя, свое тело. Свое тело ощущали, трогали его, радовались своей фигуре. Радовались тому, какие мы вообще себе радовались. Может быть, смотрели на какую-то фотографию, а можем даже, кстати, представить эту фотографию сейчас. И постараться, чтобы вот энергетика этого лица или этого тела на этой фотографии, на которую мы смотрим или смогли представить себе, чтобы эта энергетика просто вошла в нас. И, значит, начнут как-то радовать нас изменения в нашем лице. Мышцы наших щек начнут наполняться, подтягиваться выше. Щеки становятся более какими-то округлыми, даже если лицо было в соответствующей молодости таким, ну скажем, там худеньким лицом. А все равно щечки, овал показывало, что мы молоды. Черты лица молоды. Может быть, и это возвращается. И вместе с этой молодостью возвращается здоровье. Это ощущение, это внутреннее наполнение этими гормонами, которые соответствуют молодости, эндорфины, какие еще гормоны, гормоны радости, гормоны здоровья, вот в полном комплексе. Мы ведь этого не знали, мы можем и сейчас не знать, какие же гормоны должны выработаться в нас, чтобы восстановилось наше здоровье вот в соответствии с этой фотографией, от которой мы и берем эту энергетику, вот как экстрасенс, который берет фотографии и может считать. Так мы со своей фотографией считываем, мы можем впитать в себя, восстановить в себе, потому что как бы эталон, мы поставили его в себя, эту фотографию, и все начнет сейчас изменяться в это улучшение, чтобы радость вошла, и энергетика эта вошла, и все соответствующее здоровье, здоровью, красоте, молодости, мышц, тела, лица, ног, движения ног, осанки, походки, самочувствию, самоощущению, чувству гордости собой, что тоже соответствует молодости, чувству радости, чувству какого-то энтузиазма, оптимизма, энергетики, мечты, которая получается, которая осуществляется и хочется ее достичь, значит, это энергетика желания,
желание жить, радоваться, радоваться движению в этой жизни, к успехам, к радости, к осуществлению мечты, радости молодостью и здоровьем. Получилось вспомнить себя, получилось начать восстанавливать в себе это состояние. Мы можем вспомнить какой-то эпизод очень счастливый из своей жизни. Может быть, даже это эпизод, связанный с каким-то очень приятным и здоровским отдыхом. И вы вспомнили, как же вы отдыхали в молодости. Ведь отдыхали не только лежа на каком-то там пляже, на песочке. Мы, может быть, даже плавали, но этот темп был. Позволяло тело двигаться, позволяло быть радоваться. Мы, может быть, вспомнили, как лазили по каким-то скалам или спускались с скалы, чтобы на берегу реки сделать ночной костер и посидеть дружной компанией под гитару, попеть, а потом забраться на эту скалу по канату. Бывало такое? А бывало такое, что, как бывало у меня, когда вообще в горы потянуло. И потянуло, и получилось подняться. Не обязательно, я не говорю, на какую скалу, я не скалолаз, но получилось на ту, на которую как бы знала, что поднимусь, и комфортно, и радостно, и не сильно, и не в напряг, а в радость, просто в чувство какое-то доказать себе, что я это могу. Да, и смогла, и не одна я была, смогли. И так же здорово и вниз горы спустились, наполненные этим здоровьем, радостью, энтузиазмом, любовью к жизни. И еще и зашли и в ресторанчик, и потанцевали. И так здорово потанцевали, что да, и вспотели все в полной самоотдаче этого здоровья. Энергии надо было вот куда-то ее дать, потому что полно в организме энергии, здоровья много. Когда много энергетики, много здоровья, она требует какого-то самовыражения. В танцах ли это, в красивой ли песне ли это, в каких-то разговорах красивых, наполненных, но ощущение здоровья и радости в теле. Восстанавливаем. Оно восстанавливается само. Главное, чтобы вам сейчас вспомнились эти состояния, вспомнились эти эпизоды своей жизни, вот этой радости. Вспоминается что-то уже сейчас. Даже если не сейчас, то вспомнится же. Вспомнится, засмеется чему-то, юмор какой-то. Какие-то радости, которые были в этом общении, в этих, скажем так, телодвижениях жизненных, которые совершали, этими какими-то своими походами, придумками, которые осуществляли, в радости, в темпе, в радости жить, движение. И неважно, сколько сейчас лет. Потому что главное, что мы начали думать. Как мы начали думать, вспоминать, восстанавливать. Мы даем задание организму. Вспомни, вспомни, восстанови. Вспомни, восстанови, как твоя забота или Иисуса Христа, которому мы, представим себе, прикоснулись. Попросили, мысленно даже. Ведь не обязательно кто-то к нему прикасался. Помните же это прекрасно. Порыв души был, потому что было такое, когда излечивал даже тех, которые там не могли к нему подойти. Но он слышал движение, просьбы этого сердца, помоги, излечи. Иисусу Христу ему все равно, в живом он теле сейчас или нет, потому что он слышит, и он всемогущ. И он нам поможет. Но мы можем и сами, вот мы чем мы и занимаемся сейчас, восстанавливаем. Что еще? Есть, вот тут недавно услышала, как одна спросила у Бога, а она так яснослышащая, общается. Абсолютно здоровая, конечно, женщина, молодая, эффектно выглядящая, несмотря на свои 60 с лишним лет. И она спросила у него, а могу ли я каждый отмечающийся год рождения как-то вот представлять и представлять себе, что вот, например, мне 65, а я отмечаю не 65, а как будто я отмечаю 64. На год меньше. А он говорит, а почему тогда не 60? Он говорит, и как это здорово, я вдруг начала как пятилетками назад откручивать. И поэтому все удивляются, когда я говорю, что мне уже тоже 66, а выгляжу-то на 46. А я, говорит, пока вроде бы как и еще минус 5 не захотела делать.
Я по одному годику сейчас стала уменьшать. Дойду до 39, чтобы меня так все воспринимали, и буду рада. И этого мне достаточно. Вот такие чудеса происходят, делаются. Ну, сами знаете о том, что есть люди, которые говорят, я вообще, я не помню свой возраст, а к чему мне о нем помнить и знать. Я себя остановила на возрасте вот этого самоощущения, когда мне было лет 37. Это вполне меня устраивало. Устраивало. А то, как люди удивляются, да пусть удивляются, пусть тоже учатся и могут, это здорово. А вместе с этим у меня восстановилось и мое здоровье. Я знаю, какие проблемы у меня были, их сейчас нет. Потому что нормализовалось все, оздоровилось как-то. Быстро достаточно получилось и очень комфортно. Комфортно моим самоощущением, моим движением, скажем так, по жизни. Моим телом, моими энергиями, моими какими-то там свершениями, достижениями. Все происходило само и как-то очень комфортно. И вдруг только стала удивляться тому, что, а в общем-то, делают и намного больше, конечно, здоровье, поздравляем вас со здоровьем и нас. Потому что поздравляю действительно с тем, насколько молодо выгляжу. Но радуюсь как-то, скажем так, умеренно радуюсь. Почему? А потому что не очень-то хочу. Не завидуйте, я учу, как это делать. Делайте и себе. Ну, вот так. Ну, а впрочем, пусть и завидуют, если им это помогает. Вот, я держу себя в абсолютном таком равновесии своих мыслей, ощущений и чувств, а здоровье мое вошло тоже в состояние абсолютного равновесия с идеалом. Соответствовалась с этим идеалом, идеальным моим представлением о моем здоровье. И даже, может быть, и не моем представлении, потому что нечто внутри меня само знает, а что для меня идеально, что очень хорошо, что помогает и как бы сподвигает меня именно к тому, чтобы чувствовать себя так замечательно, легко, здорово, всегда в хорошем настроении, чувствовать себя просто, как будто мне и нет никаких лет, потому что я просто молода, полна жизни, не о годах я думаю. Потому что здоровье замечательное, энергетика моя замечательная, потому что все получается легко, и тело мое легкое и здоровое, красивое, и идеально моя красота, и тело, и здоровье, и лица, и кожи, и рук, и ног, и осанки, и тех дел, которые я делаю, вот уже полностью наполнившись вообще какими-то своими представлениями о красивых смыслах жизни, у меня получается осуществлять эти смыслы жизни, потому что здоровье идеально позволяет. Вот, восстановился дух. Дух молодости, дух энергетики, дух жизнелюбия и бесконечности жизни восстановилось, соответственно, со здоровым духом, здоровое тело. И все это поэтому делает такую мою жизнь гармонично радостной, счастливой, здоровой. А сейчас небольшой такой гипнотический транс. Вы можете сейчас расслабиться. И прочувствовать, как отдыхает ваш ум. И позволим уму отдохнуть. Пусть отдыхает. Тело, прочувствуем тело. Как расслабляются ступни ног. Как захотели расслабиться икры ног. Мышцы, все мышцы бедер захотели расслабиться. Как захотели расслабиться мышцы спины, спина. Захотели расслабиться и расслабляются руки, шеи. Мышцы лица. Расслабляется каждая клеточка моего тела. Становясь здоровее.
состоянием здоровья, энергии здоровья, восстанавливается здоровье. Ум отдыхает, тело расслаблено, а мое подсознание сейчас очень активно активизирует ресурсы здоровья. Мои ресурсы здоровья большие, и они восстанавливаются сейчас, задействуются. Поэтому здоровье восстанавливается, становится больше здоровья. В каждом органе моего организма, в каждой системе моего организма. Ноги, коленные суставы, тазобедренные суставы, поясничный или отдел, или позвоночник, плечевые суставы или шейный отдел позвоночника, грудной отдел позвоночника, восстанавливается здоровьем, большим здоровьем, ресурсы здоровья задействованы. Это способствует восстановлению здоровья, нормализации. И потом, когда я стану быстрее ходить, лучше, легче, когда я буду бегать и смеяться, как молодая, я пойму, что задействовались ресурсы молодости. Значит, мое подсознание вспомнило состояние, активировало его и задействовало, приводя в соответствие весь организм, тело моего организма в соответствии со здоровьем, соответствующим молодости, именно здоровью молодости, чтобы соответствовать. Все внутренние органы моего организма, каждая клеточка, может быть, я подумал сейчас о каких-то органах, чему нужно восстановить здоровье. Каким системам восстановить здоровье? Дыхательной ли? В системе циркуляции крови, кровообращения, значит, и сосудам. Они восстанавливаются так, как в молодости были. Чтобы кровь хорошо ходила, обеспечивая целебными, целительными, питательными, дающими энергию всему моему организму веществами. Лучше работает желудочная система, пищеварительная система, лучше иммунная система, сила здоровья, самовыработка целительных, излечивающих, способствующих восстановлению нужного. Коллаген ли нужен? Да, пусть будет коллаген. И еще каких-то самых питательных, целебных, целящих веществ организм вырабатывать умеет. И иммунная система, ставшая сильнее, она помогает выработке этой, чтобы восстанавливалось все в соответствии с идеальным здоровьем, которое знала моя молодость, или детство, или юность, молодые годы. Все начинает становиться, или уже становится прямо сейчас, с каждым произнесенным и услышанным словом, становится здоровее, лучше, восстанавливается здоровье. А тело мое сейчас расслаблено. И ум отдыхает, только подсознание работает, восстанавливая в себе, находя и активируя ресурсы, огромные, большие ресурсы, здоровье – это соответствие тому здоровью, когда я точно знала, что идеально здорова.
Но есть еще и восстановление саморегулятора здоровья. Вот саморегулятор – это командность собственной об оздоровлении начинает тоже восстанавливаться и функционировать. Тело расслаблено, сознание, ум отдыхает, подсознание работает. И когда мы выйдем из этого состояния, а начинаем выходить прямо сейчас, можем открыть глаза. Можем потереть руки. Дело сделано. Можем посмотреть, поозираться, что тут видим, что слышим. Потянуться. А можно еще развести руки так, как будто чувствуем. Гордость, гордость собой, чувство удовлетворенности, радости. Потянулись. Можем постучать ножками. Постучали. Вышли из этого состояния, но подсознание получило задание. И оно помнит это задание. Каждый час прожитого времени я замечаю улучшение. А во время моего ночного отдыха или сна, то есть тогда, когда я сплю, мое подсознание, пользуясь тем, что тело отдыхает, значит, легче работать с каждой клеточкой организма. Ум отдыхает, значит, ничто не мешает вере, которая есть в подсознании, осуществлять восстановление здоровья. Подсознание в этот период времени работает еще лучше, интенсивнее. Поэтому процессы оздоровления, выздоравливания, исцеления происходят достаточно быстро. И когда я в скором времени начну что-то лучше делать, чувствовать себя гораздо лучше. Когда я услышу какие-то комплименты или просто удивленные какие-то реплики обо мне, ведь что-то же как-то это станет заметным, что я помолодела, чувствую себя здоровой, это тоже чувствуется. Я буду знать, что мое подсознание с поставленной задачей справилось хорошо. А может быть, и поблагодарю Иисуса Христа. Ну, может быть, и меня. Я же озвучиваю этот текст. Походу, придумала. Значит, я молодец. И похвалим мои техники для здоровья. Радости, хорошего настроения, улучшения, легкости, счастья, любви, энтузиазма, оптимизма, энергетики, бодрости, смеха, прекрасных общений, самовыражения. Меня все слушают, потому что я так говорю, я так делаю. Вот этого всего желаю. Успехов!